Здравствуйте. Я Максим Гончаров, психотерапевт и директор Центра позитивной психотерапии. Кроме того, я организатор сервиса «Мобильный аналитик». Это не потому, что мы едем на машине, а я психотерапевт, а потому что при использовании этого сервиса мы используем мобильный телефон. Одна из серьезнейших проблем современной психотерапии – это ее доступность. Для многих людей получение квалифицированной помощи просто большая проблема, потому что либо нету психотерапевта, нету даже интернета, нету вообще никакой возможности получить эту самую помощь. Поэтому однажды я и мой коллега, мы подумали, почему бы этот сервис не организовать при помощи устройства, которое есть всегда. Что же это? Это мобильный телефон. У вас может не быть интернета, у вас может не быть телефона, но мобильный телефон, как правило, есть всегда под рукой. Это настоящий сервис. Я, мой коллега и часть других наших специалистов задействованы в организацию этого сервиса. Как он выглядит? Все, что вам нужно сделать, это отправить смс-запрос через специальный короткий номер 5544 с вопросом, который вас волнует и беспокоит. Практически моментально один из наших специалистов ответит на вопрос, который вас волнует. Технология, которую мы используем, называется SMS-диалог. Другими словами, это не гороскоп, через который вы получили какой-то нелепый прогноз относительно того, что вас ждет в будущем. Нет, вы отправляете вопрос, например, связанный с тяжестью вашего эмоционального состояния, проблем ваших отношений. Мы, как специалисты, задаем проясняющие вопросы. Мы спросим, сколько вам лет, как вас зовут. Обычно в течение 5-10 смс-сообщений, в общем-то, какую-то новую картину о том, что с вами происходит, вы, в общем-то, можете получить. Для примера, один из последних случаев я назову. Со мной переписывалась девушка 27 лет, у которой тяжелая семейная ситуация, угроза развода, куча взаимных претензий. Живет она в сельской местности. Стоимость смс-ки, надо сказать, что около 30 рублей, поэтому в целом на один из таких вот диалогов, что ли, вы потратите всего рублей 500 до 1000, что в сравнении, например, с сессией психотерапии, конечно, ничто. То есть, тем самым проблема доступности, она как раз вот и таким образом решается. Я знаю точно, что наш сервис подвергался довольно существенной критике со стороны некоторых коллег. Мне всегда есть что на это сказать. Во-первых, конечно, мобильный аналитик – это сервис, который не пытается заменить психотерапию. Конечно, нет. Но согласитесь, друзья, иногда человеку нужно лишь поговорить с кем-то, кто поймет, выслушает и подскажет какую-то новую идею относительно того, как можно поступить. Не каждому человеку нужна серьезная и глубокая психотерапия. Простая возможность высказаться и получить профессиональную поддержку иногда вполне достаточно, чтобы избежать более серьезных проблем. Собственно, на это и рассчитан наш сервис. Дорогие друзья, зайдите в интернет, наберите «мобильный аналитик», и вы получите ссылку на наш сервис. Отправляете на короткий номер 5544 кодовое слово «help», дальше пишите тему вашего сообщения, и в течение минут, буквально 10-20 минут, один из наших очень квалифицированных специалистов вам ответит. Помните, не важно, какие у вас проблемы, важно, как вы их решаете. Удачи!